Всем привет, с вами Пикл Хилл и Райхигаш. Мы продолжаем прохождение Final Fantasy 3. Что ж, надо пройти этот лабиринт и проходить дальше уже башню и другой мир. Так, ну если мы первый ударим, то этот бой будет очень легкий. 1300. 47. Ну фигу, давай. Отлично, полторы тысячи. Изи, изи, бой, но. 1000 опыта наши. Это важно. Так, тихо-тихо, не туда пошел. А, еще один бой с костяными драконами. Вот костяные драконы уже не так все хорошо. Наверное, даже и смысла что-то применять нету. Потому что мы двоих все равно не убьем, если они будут тратить магию высокого уровня. А магию высокого уровня тратить не собираюсь. Потому что мне нужно будет... Она будет мне нужна потом. Ну, 300 урона по фикусу, это не так страшно, согласитесь. Дракон может наносить намного больше. Поэтому вот ерунда. 300? А почему-то у фикуса уже 1000 снята. Видимо, все-таки убили до этого, как не обратил внимания. Ладно, 1500. И еще 1200. Этого хватает. Что ж, неплохо сейчас опыта дадут. 1900, лучший навык у фикуса. Там у Айс ужского уровень опять будет. Ну, возвращаться назад мы пока не будем. Пока все под контролем, по плану. Кстати, нам получили уровень, а заклинание первых уровней не прибавилось. То есть как было 21 раз, я мог использовать лечение первого уровня, так и осталось 21 раз. Это интересно. Ну ладно, ну ладно. Навык у Айса улучшился. Сейчас все будет быстрее, потому что сундуки нам не собирать. Просто идем по дороге напрямик. Опять неожиданная атака, первый удар по Кеничу, он там задний ряд, удар не получился, всего лишь 112, так что ерунда. Тут увеличилось, да, 8 стало и 9, но нижняя магия как-то не увеличилась, количество, которое я могу применять, а это не очень для меня хорошо. Пытает еще от фикуса, шаг 99 урона, это ерунда. Пока что мне везет, меня не сильно бьют. Возможно, это уровень, который мы набрали, тоже влияет на это все. Угу. Опять этот, блин, рогатый, не знаю, волк или кто. Давайте его огнем. Тут просто атака. 1300 фикус. Кенич с посоха под 100. 99, хорош. 1300 тайса. И этого хватает. Победа. И 1050 опыта. Нет, 950. 1050 за других давали. Уже не в лабиринте. Если я не ошибаюсь, то я иду сейчас верной дорогой. Атака сзади, ой, 900 по Кеничу. Вот тебе вы, пожалуйста. Давайте лед третий уровень применим, а тут не знаю. Магию пока тратить не будем. Давайте мегазелье на себя. Кенич применим. 328 фикус всего лишь. Камень промах. 337 атайс. Вообще, считай, не урон. Так, Кенич немножко подхилил. Шака льдом 900. Ну, это тоже мало, это мало. Это мало. Огонь. Магия, лечение первого уровня на фикуса. А, 700. Вот другое дело, минус конь. Вместе с всадницей без головы.
950 навык улучшен, у Шаки Кенича тоже навык улучшился. И опять проблемы со звуком начинаются, но они как сами непонятно из-за чего начинаются, так тут же сами непонятно из-за чего прекращаются. Это хорошо. А мы идем дальше, и еще один бой. Костяной дракон. У него первой атаки нет, это хорошо. Неожиданно он ни на нас не напал. И даже мы его, в принципе, разбирать. А, у нас первый удар, кстати, если я не ошибаюсь. Ну, тогда тем более. Минус-минус. Победа. Странно, вроде столько боев, я уже думал, что S уровень должен получить. Пока что не получает. А, вот это уже неприятная вещь. Это уже вещь неприятная. А типа одному тут ударим, а тут лечение фикуса. То есть богемаров мы двоих никак за ход не убьем, если не применять хорошую магию, да, дорогую магию, которую нам нужно сохранять на главного босса. Поэтому урон мы будем получать, и уже получили, да, довольно-таки неприятный урон. Сколько там, 600 по фикусу долбанули, это очень и очень неприятно. Ну, давайте магии еще. Первый уровень магии, в принципе, можно тратить. У нас есть 3 эликсира, так на всякий случай, если что. Ну, будем пытаться. Будем пытаться проходить, уже не возвращаясь назад. К кораблю, по крайней мере, пока что. 314 по шаке из-за того, что фикус чуть-чуть не так ударил, как надо. Вот не хватило там 200 где-то урона-то всего ему. Ну ладно, победа и 1900 опыта. Что, в принципе, тоже очень-очень неплохо. Вот она дверка. Вот она дверка. Так, сейчас вверх и направо. Опять два этих, блин, чудика. Ну ладно, по той же схеме тогда действуем. Шага первый атакует. 400 огнем первого уровня. Промах по Кеничу, отлично. Айс 1000. Ах, 560 по фикусу. Ну, мы его выхилим, конечно, 400 где-то. Да, 392, но это мало. У него половина жизни всего лишь остается. Опять же, на всякий случай, бьем огнем для простраховки наших милишников. И лечим фикуса. 975, ну, вот она, вот оно, и 760 в ответ. 1300 от Айса, и это как раз Шакин огонь будет добивать. Не добил. Ай-яй-яй-яй-яй. Это совсем фигово, то что не добил. Сейчас мы еще можем получить урон. Нет, фикус первый бьет. И вот где ты раньше? Почему ты 1300 раньше не нанес? Ладно, 1900 опыта, навык улучшен у Айса, навык улучшен у фикуса. Давайте сейчас по-быстрому мегазельями, наверное, подлечимся. Где там у нас мегазелье фикуса пару раз. Даже не пару раз, а тройку раз надо вылечить. Кенич разок. Ну и пока что хватит. И очередной бой. Костяной дракон, он тут один, это хорошо. Даже не его добивать, в принципе. У нас первая атака, что ли, опять? 1800 от фикуса. Вот другое дело. И 1600 от Айса. Минус дракон сразу же. И еще 950 опыта. Деньги я уже не считаю. Так, есть ли какой-нибудь, не знаю, тут... вещь, которую... арома тьмы, что это такое? Белый аромат, темный аромат. Миджон, мегаключ, силу ключ. Ладно. Заходим сюда. Опять же, уже ничего не собираем, поэтому получается все быстрее. И телепортируемся куда? Правильно, в Эврику. Ой, я тут забыл, куда идти на самом деле. Ну ладно, найдем. Так, тут три дракона. Три дракона. У них...
у них по 1000 хп плюс-минус. Попробуем за один ход их убить. Ай, урон 400-300. Печально. Ваншот от Фикуса 1000 хватило. 864 от Тайса не хватило. 1000 от Шаки хватает. И давай Кенч добивай. 90 урона не хватило. И Шака получает ненужный. Ну хорошо, что не так много урона он получил, но совсем ненужный. А вот Фикус еще получает ненужный урон. Из-за того, что сам ударил очень слабо. Что ж, победа. Победа и 3000 опыта. Айс уровень сразу получает. На этих драконах, конечно, качаться то, что нужно. Второй уровень башни. Не знаю, земли, эврики. Нас нападают сзади кони, и мы вот так вот делаем просто. Потому что сзади нападать нечестно, правда ведь? Ну вот. Кони нападают не сзади, но все равно неожиданно. А Фикуса хп не вылечены. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ваншот. Жалко тратить магию, понимаете? Жалко тратить магию. Так, наверное, ее тратить надо. Ладно, сделаем так. Милишники два ваншота должны сделать. Если Шаку сейчас не вальнут. Ой, 580 айс прикрыл. Два ваншота все равно то будут. Вот Шака просто магией своей третьего добивать не будет, потому что в этом особого смысла нет. Двумя эликсирами мы лечим Фикуса. Ну, вернее, не эликсиром, естественно, а мегазельями. Еще бы эликсирами я его лечил, совсем другом было бы. Так, эликсиры у нас на магов, естественно. У нас их три. Это, наверное, самые важные вещи, которые у нас есть вообще в инвентаре сейчас. Это эти три эликсира, которые нам тратит, ну, просто только в крайнем случае можно будет. Так, Кайс, еще один конь ваншотит еще одного коня, и Фикус ваншотит второго, отлично. Победа. Еще 3000 опыта, может быть даже больше, 4000 опыта, уровень Фикус получает. Да, на этих конях, кстати, можно было бы, конечно, подкачаться. Потом вернуться на корабль и так далее, но будем все-таки стараться уже идти дальше. Эх, мегазелье тратится, да, быстро. Казалось бы, под 500 иногда восстанавливают, но этого не хватает. Так, еще 4 коня, я даже не знаю, что делать, честно. Огонь 2, интересно, вольнешь ты его огнем 2, если... А вот если аэра, например. Вот таким сочетанием вольнем. Паэсу 550 урона, хотя у него защита офигенная. Шайка вообще холодом ударили. Ну тут же промазали, это хорошо. Айс ваншотит своего. 644 по Фикусу. Фикус не ваншотит своего. 600 урона всего лишь. Кенч 600 магии. Шака добивает. Ну и тут, как говорится, надо просто, наверное, в миле уже добить их всех. Так, Айс добил. 90 от Кенча. В ответ по Фикусу 600. Фикус добивает коня этого. Ну вот, не добил Фикус своего коня в прошлый, за первый ход, и получил в итоге урон. Шака и Кенич получают уровни, что, соответственно, очень и очень неплохо, но назад возвращаться не будем. По крайней мере, пока. Ой, я хочу туда пройти, вот за этим сундуком. В этом сундуке что-то явно лежит хорошее, что так спрятан хорошо. Неожиданно атака бьют по магам, это даже неплохо. Потому что хотя бы не 600 урона там.
Давайте распределим так, так и так. А тут можно разок, наверное, все-таки лечение на третий уровень использовать на всех вот так вот. По 350, по 400 подхилить, если дойдет очередь. Фигус ваншотит своего. Шака ваншотит своего, красавец. И теперь остается Айс ударить. Молодец, попал, все, минус конь. Тысячи опыта. Отлично. Я хочу туда попасть. Как мне туда попасть? Эх, я не могу в этот сундук попасть. Там в этом сундуке-то что-нибудь лежит. Дельное 100% ведь лежит. Ладно, раз не можем, так значит идем просто вниз. Этаж 3. Оба, сундук. Сюрикен нашли. И все, да? А пройти тут никак нельзя, что ли, дальше? Прикольно. Шоуканы? Нифига себе, шоуканы тут. Бродят. Громом бьют по всем. Да жесть какая. Да нате вам вот так. А это лечение третьего уровня, как хотели в прошлый раз. Блин, еще гром. Ай-яй, осталось 600 хп всего лишь. Ваншотит он шоукана, я так и думал, что немного у них хп, но... Вася, 300 хп осталось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так и не успевают вылечить, но... было близко. Очень неприятный враг. Ужасно неприятный враг вот этот Шоукан. С их молнией, особенно когда они первые атакуют, просто первый ход имеют. Ну по 300 опять, да ёпрось это. Минус, хорошо. За них должны, в принципе, дать неплохого опыта. Как я понимаю, да? 4000. Ну, можно и больше было бы. Я был бы не против. Так, вещи. Мегазелье. А чё, когда после каждого боя, если вот так вот тратить мегазелье, да это с ума сойдешь. Уже 76 осталось от 99. Тут же на нас нападают. Опять неожиданная атака первая, да что ж такое. Ну не могу просто, я в каждом бою получаю дикое количество урона. Просто так, ни за что. Как мне с ними справляться? Я даже выход не могу кастануть. Ну, Гром хорошо вошел, добили мы его, но... Вот в миле давайте добивать. Опять же, с пол хп все бродят у нас. Милишники. Фигус вообще с меньшей половины хп сейчас. Еще 4000 опыта. Мы получаем. Ну, в принципе, опыта-то получили мы неплохо. Очень даже. Согласитесь. Я с правой стороны еще одну лестницу увидел. Блин, не хочется магию тратить, ну, а мне делать нечего. В принципе, делать нечего, не приходится ее тратить. Фигус 164, ну это ладно. 650, вот пожалуйста. Вот ответ, правда, фигус ваншотит, но это не столь важно. У него 500 хп остается. То есть он сам ваншот для любого уже теперь.
800. Не хватило, блин, не хватило 800. Ну, магия, лечение второго уровня на фикуса, что делать? Ха-ха-ха, жесть. Абсолютно ненужный урон, потому что не ваншотнули его. И, кстати, не ваншотнем. То есть и не убьем в этом ход. К сожалению. Не хватит нам урона. Не получилось. Фикус добивает, молодец, конечно, но... Много мы тратим магии после каждой битвы, очень много. Да, 4000 опыта, да, это неплохо, да, это классно, можно сказать, даже. Вот мы были уже, все открыли. Кстати, там, может быть, какой-нибудь, если заюзаем кости, может быть, какой-нибудь тайный ход откроется, и тот сундук мы сможем взять. Как вариант. Атака сзади. Ну, блин, ну не надо мне вот только еще атаку сзади, а. Вот не хватало реально. Куда так мобы снимают 3 хп с удара, еще атака сзади. Ну, что мы такие слепые, что мы не видим, когда нас атакуют, да? Что они сзади постоянно подкрадываются. Ладно, давайте, сейчас их всего двое. Шака, молодец, увернулся. Промах по нему. Тут же 1800 от Айса, ваншотик. 1200 от Фикуса, тоже ваншотик. Кинч навык улучшил себе. Хорош. Три коня. Да нет, два коня и дракон. Первая атака опять, и Шаку траванули, а Фикуса вообще в лягушку превратили, ну, красота. Так, ладно, у нас есть... Что у нас есть? У нас нифига нет. Ну, мы можем, в принципе, вещи. Вещь называется мега-зелье. Тут кроме треска ничего не могу сделать, да? Хотя тоже вещи могу и как там отрава, антидот. Нет, нет, да нет. Вещи. Антидот. А тут магия и лягушка. Где у нас там жаба? Вот она. А, ну в общем опять бах, короче. Ой, хорошо, что сохраняюсь вот так. То, конечно, из-за багов, то постоянно буду заново начинать, с ума можно было бы сойти. Ваншот от Фикуса, давай с первым. Да. Отлично, долбанули. 2000 опыта, науки ничего улучшился. Наверное, после каждой битвы надо сохраняться, чтобы таких багов как-то защититься. А сначала в левую сторону сходим. Пятьсот урона, опять они первые атакуют. Да что ты будешь делать? И яд. Ну яд фиг с ним, он меня отравил хотя бы. Ну, тратим магию, конечно, ту магию, которую тратить не очень хочется. Высокоуровневую. Совсем не хочется. Не хватило, а? Потратили магию, один фиг не хватило урона. Да.
Я не с посоха добил 150, но... Какой-то ужас, реально. Действительно, 40, может быть, какой-нибудь 45 уровень или 50 вообще тут нужно. Чтобы биться с ними. Но мегазелье совсем мало восстанавливает. Что это такое? Я уже 30 зелий потратил. Нашли эликсир. Вот эликсир — это классно. Это реально классно. Четвертый эликсир у нас. Вот хорошо. Так, атака, атака. Нафиг не буду магию тратить. Мегазелье. Лечение. Отлично, два ваншота. Лечим. Ах ты, покинь, еще 400. Он, правда, себе их вылечит, но... Все равно слишком много. Один дракошка остался, надо увольнуть. Все, минус. Еще 3000 опыта и навык улучшил Слайса и Фикуса. Фух, сундук. Сюрикен. Нафиг он мне нужен. Я не ниндзя. Два коня, жаба. Ну, жаба, ладно. Не так страшно. У меня там вроде есть поцелуи. 7,6. От кенича жаба-то мало ударит. Ну, кто коня не ваншот, но тут будет виноват вот в том уроне, который мы сейчас фаулщим. Ну, хорошо, что Фикус первый ударил. Вот еще опыта нашли мегазели, навык улучшился. Нормально. А, где там у нас... Поцелуй. Кстати, я поцелуев-то не купил, нифига. Ёпарасы-то. Назад надо возвращаться за поцелуями-то, а? Да ладно, не будем возвращаться назад. Если что, магией как-нибудь из жаб превратимся назад. Амброзия, воскрешение. Ну, воскрешение не так мне сейчас нужно, наверное. Четвертый уровень, четвертый этаж этой... Минус четвертый этаж, можно так сказать. Аширон, ёпрс, это ж босс! Давайте огонь. Аэро. Поехали. 1200. Хорош. А, вот так вот. Это не босс. У Саха глаза велики. Всего лишь навсего моб. Я подумал, что это босс просто. И уже хотел его там своей самой хорошей магией долбить. Что это такое у нас? А, не дали нам дойти сюда. Еще один Аширон, ну... Это просто 1000 опыта халявного. Отлично. Уровень Айсу. На подиставе лежит лунный бумеранг. Посмотрите, соответствует ли ваша наглость вашей силе. Чего? Ага, а вот теперь уже босс. Амон. Амона нельзя бить, если я правильно помню. Магия тьмы. Она его хиляет. Вроде как. Пламя по всем. Ёкаламоне. 600-500. Да это жесть какая-то. Аэра. 0 урона. Его вообще магии, видимо, бить нельзя. 738 от Фикуса. 2000 от Шаки. Нет, можно огнем бить. Огнем бить можно. Огоньком бить можно. Давай тебе еще огоньком. Отвлечение третьего уровня на всех. Так, 1200 от Айса, хорош. Фикус, давай, 500. Ну что ж так слабо. У тебя темное оружие, поэтому так слабо. Против темного темным оружием бьешь. Шака огоньком. Еще 2000.
480, ерунда. Живы будем. Так, ну давайте огонь второго уровня, раз теперь так огонь хорошо на тебя влияет. Как бы мы бы огоньком и продолжим тебя. Так, 600 от Айса. И готов. Ну, не такой сложный босс был. 3400 монет, 2 возможности, 1000 опыта и... Получил лунный бумеранг. Так, а он нужен мне вообще? Это вещь какая-то или это артефакт? Лунный бумеранг. Это вещь, то есть его можно, возможно, и одеть. А кому его одеть можно? Лунный. Вот эти. Нифига себе! 344 атака. Ладно. Так, защитник. Да, кто нужен? 344 атака. Вот это класс, вот это хорошо. Когда хорошо, тогда хорошо. Согласитесь, а? Ух ты! Шаукан, это одержитесь, блин, гады. Лед 3 их ударит, интересно, или не ударит? А чем он бьет? Он громом бьет. Они громом бьют, да? Давайте так сделаем. Хикос, минус 1 шаукан. Кенич всех лечит, отлично. Айс 1600. И давай, Шака, давай. Магия не подействовала, что ли, на него? Я не понимаю. А, у нас первая атака была, это хорошо. За счет этого мы без потерь его убили, этот отряд. Три тысячи опыта, навык у Айса лучше, навык у Фикуса, и Фикус уровень дали. Кенич навык тоже улучшили. Так, интересно, конечно. Это реально интересно. Видите, сколько тут костей? Тут столько, видимо... Ой-ой-ой, неожиданная атака от Кианосов. Каких... 1200! Как хорошо, что мы как бы это... Как бы мой Фикус был почти с фулл хп. 1800 от Айса, это ваншот, Океаноса, кстати. Фикус 1300, это тоже ваншот, Океаноса, да уж. Жестокий моб. 2000 опыта, новый уровень у Кенича, 43. Так, вещи, зелье там было, зелье мега. А, так, раз, два... И три, на всякий случай. Так, слева у нас сундучок. Амброзия. Мне амброзия не так нужна. Мне лучше бы эликсиры или какие-нибудь, не знаю, мегазели хотя бы там штук по 10. Оба! А это что такое? На пренистале лежит темный меч Масамун. Неужели вы думаете, что достойный меч? Конечно, достойный. А, Кьюнчи, да? Ну давайте треском долбанем и аэро второго уровня. Треск. 400 всего лишь, ясно. 757 от Фикуса. 1500 от Айса, вот это хорошо. И мега мозг, что это? Паралич на троих? Да вы сдурели. 1500 от Айса. Еще один мегамозг. Ну, хорошо, что Айса пока что ничего там с ним не сделали. Он не восприимчив. 1000 от Айса. Давайте там уже это как-нибудь это... Лечитесь. Кинча опять туда. Только он вышел, и опять его. 700 Айс. Ну давай, добивай сам как-нибудь, давай! Блин, Фикус только вышел, и опять его туда же. 1300 от Айса. Если Айса долбанут, то все. Это кранты. Ой, по Фикусу 1700 влетело.
Айс 1200. Хух, минус. Ты жесть какая-то. Фу, 5000 монет, 2200 опыта, навык, уровень Ушаки, простите. Массамун получил, да? Темный меч Массамун, кажется, сказали нам, правильно? Ой, ой, ай, ой, Океанос, блин, только по фикусу не бей, друг. Давай, будь другом, не бей по фикусу, а. А, у нас первый удар, все, минус. 2000, ух. Повезло, повезло. Так, 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 сразу сюда, вещи. Это у нас мегазелье. Блин, зелья-то осталось вообще очень мало. И одежка, одежка, фикус. Котецу или кику, что лучше? 266, да, было 266. Масаму. Ловкость плюс 5, здоровье плюс 5. 321. Вау. Котецу. Ага, Котецу не нужен. 321. Вот это хорошо. Вот когда, когда так, тогда хорошо. Что-то мы затарились-то, а? А Шрона неожиданно атакует. 820 по фикусу, как же больно он бьет. 336 по Кеничу критом улетело, ну. Должны, в принципе, сейчас наши милишники это им показать, правильно? По фикусу еще 800. В ответочку 2300. Просто 2300. Офигеть. И тут 2200. Да. Хорошие урончики это у нас. Если бы не их первая атака, этих мобов, мы бы их вообще не заметили. Шаки навык улучшился, кстати. Ой, не могу, но я после каждого боя мегазели эти применяю уже, это какой-то жесть. И делать-то нечего, понимаете? Бьют меня сильно очень, зелий-то осталось мало. Но благо мы хорошее оружие добыли, амброзия, еще одна воскрешение. Ашерон. Так, у нас теперь первая атака, что ли? Мы так будем по очереди первые договаривать. Да, действительно, смотрите. 1700, без шансов, минус. Тысяча опыта. Ну, тысяча опыта так себе, неплохо, неплохо. А, маги, давайте, знаете, что сделаем? Вот так вот, немножко магии подхилим, а не зельями уже. А, потому что зелья маловато осталось. Так, уровень 6. Там нельзя пройти, там пропасть. Океанос. Ну, надеюсь, что мы первые по этой рыбе чудо долбанем. Да, фикус. Ну, фикуса 1900 урона, да. Класс. Классный мечик у фикуса сейчас. Просто отличный, может быть, даже лучший в игре. Который можно добыть. Так, идем мы по какой... Вау, вот это еще один меч, да? В камне находится святой меч Эскалибур. А-ха-ха! Эскалибур! Это Айсу 100%. И генерал его охраняет. Магия, огонь. Магия, лечение второго уровня по всем сразу. Вот так вот. По фикусу 1600 получите, а? 900 айс всего лишь. Фикус 890, ну мало. Огонь третьего уровня. 200, то есть огонь против него, считай, не действует. Абсолютно. Давайте лед. Магия лечения чисто фикуса. 900 почти от фикуса. Лед, как у тебя? Да, он просто против магии иммунен, считай. 1100 от Айс, вот тоже неплохо. Фикуса на 1000 выхилили. 486 по шаке, ерунда. Живем. Огонь второго уровня, ну так, просто ради. Ради того, что нужно. 1500 от Айса, вот хороший урон. 970 от фикуса.
Шака сейчас еще на соточку огоньком прожарю. Один. Ну ладно. Не на соточку. 1600 в ответ. Я больше не буду. Не бей, дядя. Так, 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 мегазелия. Мегазелия на фикуса. Магия лечения второго уровня. Нет, третьего надо уровня лечения применять на шаку конкретно. Иначе удолбанут нафиг. Фикус 800. В ответ 970, живем. Айс 640, мало. Мегазелия 396, вылечили. Шака спасся, отлично. 2000. Атака, атака, магия. Да ладно, давайте треск хочу. Лечение третьего на всех, глупо. Лечение второго на фикуса. Вот это, наверное, будет более правильно. Айс по генералу, ну-ка, 1300, хорош. Он все еще живой, сколько же у него жизни-то, а? 800 от фикуса. Треск от шаки. 252 всего лишь, да. Слабенько. Фикуса почти фул хп восстановили, отлично. Можно вообще в мили бить. Так, еще лечение второе у меня на шаку. 1300 по фикусу, ну это не так страшно. 1000 в ответ. А если еще 1600, это минус. Минус босс, охраняющий Эскалибур. Лучший меч в игре 100%. Навык лучше Найсу, Фикусу, Кинищу. Получили Эскалибур. Ёпперс, это ж классно. Это 100% Айсу вещь. Так, разрыва. 340 было с ним. А сколько же со Эскалибуром? 380. Класс. Сила плюс 5 еще. Красота. Красотища. Так, а куда нам дальше? В пропасть, что ли, в ту? Слева которая. Кто это такой? Ниндзя? Офигеть, ниндзя, смотрите. Видели когда-нибудь живого ниндзя? Вот он. Живой ниндзя. По фикусу полторы тысячи бамс. В ответ 1300 всего лишь. Со Эскалибуром 1300. 730 от фикуса. И, кстати, он выжил. Фикусу, то есть ниндзя этот. А лечили мы шаку. У фикуса хп, считай, не осталось нифига. Ай, беда, беда, беда. Айс по ниндзи первый ударил, 1600, им живой. Фикус 712, ниндзи живой. Хорошо, что вы вылечили на 1500. Хотя бы, может, переживем еще один удар ниндзи. Ну, по шаке 165, считай, вообще не ударил, так что нормально все. Так, еще одно лечение давайте по фикусу. Крит от Айса, 1400, фух, минус ниндзя. Ну, это было жестко. Такой очень крепенький моб. В плане жизни, по крайней мере. Да и урончик у него по фикусу прошел. 1600, так себе, ничего. Океанос. Ну, Океаноса мы и так убьем. Он ваншот для наших милишников. Что для нас, конечно, безусловно, классно. И в плюс огромный. Да, 2200 просто от фикуса и давай, до свидания. Ну, повторю, то есть 1050 опыта. Вау, а я думал, что я тут хрен пройду. Вот это прикол. Мы просто по темноте по какой-то ходим, бродим. Неожиданная атака. 952 пайсу. Их, как больно. Конечно, бродить, ходить по пустоте, это интересно, согласитесь. Серия, наверное, будет немножко дольше, чем остальное сегодня. Давайте еще чуть-чуть пройдем дальше, посмотрим, что там нас ждет. А потом уже по обстоятельствам. Вау, нам сюда, что ли? Офигеть, бассейн.
Еще один ниндзя. Неожиданный ухват. 1300 по фикусу. Ай, да на тебе огнем третьего уровня, гад. Давайте лечиться. 850 от фикуса. Ну слабенько, слабенько. 1800 от айса. Вот другое дело. И шаг огоньком. 300 всего лишь. Да, против магии он тоже очень хорошо защищен. По 500 с чем-то лечение 4 уровня восстанавливает очень классно. Если по всем. А если конкретно, то кажется фул хп она вообще должна восстанавливать. Хотя может быть не фул хп, а просто 1003. Айс на 1000, этого не хватает. То есть у него минимум 4. 700 от фикуса, этого тоже не хватает. 1005 значит у нашего низи. 1600, отлично, почти фул хп. Восстановили фикуса. 1500 от айса практически добиваем этого низи. Опыта за него не очень много дают на самом деле. Вот еще печали. 1500 опыта всего лишь. Так себе. Посох и меч. То есть тут еще два босса нас ждут, а перед этими боссами нас ждут, нас ждет ниндзя. Гром. А, 780 от фикуса слабо. Лечим немножко айса. По шаке 400. Ну хорошо, что он по шаке бьет. Все-таки задний ряд пробивать по 2000 сложно. Гром 120, да, против магии он защищен очень классно. Давайте вещь. Мега зелье. А тут лечение. Кого айса? Айса вести. Фикус 500, но еще меньше, к сожалению. Эскалибур получше бьет, 1200. 630 по фикусу, мегазели шака на себя. Кинет сейчас айс где-то на 400-500, вылечит плюс-минус. Ну вот в этот ход мы должны его валить. Давай пару критов в миришники наши. Давай, 1700, хорош, вот так вот. Попросишь и сделает, пожалуйста. Так, 1100 опыта, навык айс улучшен, фикуса и кинича тоже. Только тот, кто выстоит против меня, сможет получить знания ниндзя и мудреца. Чего? Какого ниндзя? Какого мудреца? Сцилла? Да ну тебя нафиг. Ой, нет, не побег. Какой нафиг побег? На тебе треск. На тебе аэро. Айсик, давай! 1900, хорош, блеск. 1800 по фикусу. Фикус, 1600, поехала. Понеслась. 900 от Кенича. Значит, магии ты уязвим. 1000 от Шаки. А раз к магии уязвим, то получи огоньком. Давайте фикуса вылечим. Так, айс сколько? 1400, хорош. Блеск по фикусу, это минус фикус. И самое печальное не то, что минус фикус, то, что будет магия в никуда потрачена. А у этих там амброзия, да, вроде. Где она у нас тут только? Амброзия. Опять начинается проблема со звуком. Айс бьет 1700. Воскрешаем фикуса. И кенчайра. Еще 900 давай. 550. Хватает. Фикус прям на... Ну, фикус хотя бы получит. Да, 1300 опыта. И мы тут берем... Старосты посох. Получена работа ниндзя, который может сражаться любым оружием, и мудреца, способного применять любую магию. Магия любая у мудреца. Ёкаманная. Ниндзя и мудрец. Ниндзя и мудрец. Thank you.
Мудрец с любой магией, ниндзя с любым оружием. Это круто. Я самый совершенный меч в мире, Рагнарёк. Вот он, Рагнарёк, самый лучший, видимо. Вы недостойны меня. Давайте посмотрим, ты как там, иммунен, не иммунен к магии. Тайс, хорошее начало. Шака треском. 800, ну как сказать. Да, понятно, и треск в ответ. Тысяч! Да ты сдурел, 1600 от фикуса. Нифига себе треск мне снял, 700 от кинища, кстати. Вы это видели? Просто жесть, огонь. Давайте. Может, он магию тупо повторяет мою? То есть какая у него, такая в ответку идет. Фикус крит. 2200, вот так. Айс 1700, хорош. И треск сейчас всех вальнет, да? Почти всех. Стена. 1300. 1100. На мишников сейчас надежды все. Хотя ее нет уже, да. Так, он треском бьет, да? Бьет треском. Ладно. Броня, стена. Найс. 1700. 1700. Что ж у него жизни-то, блин? 560. Треск в ответ. Сука, больно. Стена. Атака, атака. Магия. А какая нафиг магия? Вещь. Мегазелье. Магия лечения на всех. Четвертого. Треск. А почему стена нифига не получилась? 1800. 1300. Да не, нет, тут ничего не сделаешь. 1700. Слишком много у него хп. Хорошо, а если из тебя сделать ниндзя? Если из тебя сделать ниндзя? Места не хватает, да? Хорошо, что у нас там за вещи? Мы не можем ничего выкинуть, но все нужное. Хотя разрывы можем выкинуть на самом деле, защитник можем выкинуть. Места не хватает. Так, ладно. Будем экспериментировать. 313 скик у вас с Катетсу. С Катетсу хуже. Ниндзя вообще может любую наносить, все, видимо, да?
Прикольно, а толку что-то низи тогда? У тебя какая-нибудь магия есть, что ли? Ну, старосту я делать не могу пока что из него. Давайте сохранимся вот на второй сейф. Так, тут атака, тут атака, тут магия огня. Тут сразу лечение третьего уровня на всех. 1400, отлично. Почти две атайса. Треск. Как же больно он бьет. Хиляем. Вот так себе хильнули, конечно. 1000 шаг. Кстати, огоньком-то, а? Могет. Да не побег. Магия, лечение. Еще один треск. Выживи только шаг. Да. 1800 от Фикуса. 1500 от Айса. Кенич лечит. Да. Сильный очень. Босс действительно сильный. 2200 от Фикуса. Стена он кастует. У нас есть шанс. 1700 от Айса. Кенич лечит всех. Отлично. У нас есть шанс пережить еще один треск. Фикус, 1400. И готов, он готов. Мы его убили, мы его вальнули, блин, наказались, гада. 17800, опыта, и главное, это меч. Отныне моя сила понажит ваши силы света. Получено, Рагнарёк. А вы представляете, что будет Рагнарёк со Скалибуром творить вместе? Это же, это будет дичайший урон, реально. Это будет что-то с чем-то. Давайте серию немножко еще продлим. Потому что сейчас самое интересное начинается. Посмотрим, что дальше. Одеть. Лунный снимаем. Там 380 было, да? Рагнарёк. 412! А тут мы можем вот так вот сделать? Смотрите, кику. С кику 313, а с сюрикеном 380. 380. А с лунным 348. То есть ниндзи два сюрикена просто одеть, и все нормально будет. Правильно? 428, да ешь! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, спокойно, спокойно, сохраняемся, идем дальше. Ниндзя, неожиданная атака. Бедный Кенич. Ну, Кенич на самом деле всех спас своим хилом. Если бы не он, мы хрен бы его прошли. Сукен 4900! Тьма, правда, на Айса. Ну, ты, вы понимаете, 4900! Это просто жесть. Там ясный глаз у нас же был, правда. Только не говорит, что у нас нету ясного глаза. Есть, вот он. 42. А почему ты сюрикенами не кинул? Что, их раз можешь кинуть? Ёпрасоты. Сюрикены, видимо, кидаются. И все. И исчезают. Или это только на один раз заход? Надо глянуть. Навык лучше на Исукеничу. Ну-ка. Одежка. Ага. Они выкинулись. То есть Масамун. 174. С лунным 348. А скику будет больше. Нет, 313. 313.
Катетсу 290. Ну, значит, с лунным будет. Вот так вот. Так, в атаку, в атаку, в атаку, в атаку. Куда идти? Тихо, 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 тихо. Оживление. Ага, тут можно восстановить жизнь и так далее. ХП и ЖП восстанавливаем, да? Ну-ка, подождите тогда секундочку. А у меня магии нету. Один хрен, да? У меня один хрен нет магии, правильно? Хотя, давайте сделаем это. Давайте шаки сделаем, мудреца. И там посох мудреца нашего. Только не видите, что я его выкинул. Старость, вот он посох. Офигеть, там сколько всего. Видели? Так, ну и теперь восстанавливаем вот так вот ежей магию, короче. Смотрим, что у тебя там за магия есть. Любую магию может применять, кстати, он, видите. Давайте сохранимся и пойдем брать сундучки. Эликсир, круто. Сюрикен, неплохо. Сюрикен, неплохо. Эликсир, неплохо. Купить? Магия, свято, блеск, смерть, метео, метео берем, жизнь 2 берем, ветер берем, свято берем. А теперь делаем вот такой ход, ход конем, короче, смотрите. Ладно, этот ход конем будем уже в следующей серии делать, потому что действительно больше часа это длится. Всем спасибо, с вами был Эпикухиро Хигаши, и всем пока-пока!